Под колеса машин люди на подобных нерегулируемых пешеходных переходах чаще всего попадают по одной и той же причине. Причина — это невнимательность водителя, вызванная ограниченной видимостью. Правила дорожного движения трактуют эту ситуацию вполне определенно. Водитель обязан убедиться в том, что на зебре нет людей, и только потом продолжить движение. И я видел, что там остановилась машина, и не помню, там какой марки, перед пешеходным переходом. Я внимание обратил, резко затормозил. Внимание я перевел вперед, но там никого не было, я не видел. Возможно, пешеходы слились с темнотой. Стоит сказать, что и пешеходы обязаны переходить дорогу только в том случае, если уверены, что машины их пропускают. Следует четко помнить, что светофора тут нет. В темное время суток это особенно актуально. Мужчина, видимо, налетел на машину, на лобовое стекло. В каком состоянии пешеходы были? Ну, я оцениваю состояние их более-менее трезвое. По предварительным данным, женщина получила перелом ноги, ее спутник отделался лишь парой синяков и ссадин. Степень вины водителя иномарки предстоит выяснять сотрудникам ГАИ. Искандер Толбаев, Александр Царегородцев, эфир 24. Поздравляем вас с праздником Великой Победы!